Друзья мои, я счастлива в такой прекрасный день поздравить вас с очень важным для вас праздником, с 11-летием блистательной, замечательной организации наших Diamond Ambassador Насибели Молдожаровой и Самурата Шарипова. Наша компания отмечает в этом году 20-летие компании Невес Евразия. И мы радуемся и гордимся вашими успехами, как гордятся родители успехами, достижениями своих любимых детей. Но организация ваша – это особенный, талантливый ребенок. И я хочу отметить, что то, как работает эта организация, это вообще пример для любого человека, как добиваться успеха. Успех неизбежно приходит, когда есть оптимизм, желание, трудолюбие, когда есть увлеченность и четкая работа в достижении своих целей. И успех не заставляет себя ждать. В вашей организации потрясающие лидеры. Каждый из них – звезда. Совершенно потрясающие лидеры. Гульзия и Баймурат Сарины, Diamond Ambassador, 10 лет в компании. Жамила и Бактагирей Казмагамбетовы, мастера-экзекьютивы, 9 лет в компании. Кристальный сеньор-экзекьютив Елшибекова Динара заняла 3-е место в топ-100 в номинации «Лучший рекрутер», новый обладатель автомобильно-жилищного бонуса. Поздравляю вас! Замечательные, целеустремленные сеньоры-экзекьютивы. Это будущие даймонды. Раушан и Мирслу Адильжановы, Гульжанат и Ертай Акбаевы, кристальные экзекьютивы, наше будущее, Валентина Разенкова, Мака Даржанова, Гульшара Тукишова и Куантай Сардабаев, Консулу и Кайрула Дусимбиевы, Венера Зияпатова, Салима Даулетилина, Жансая Жантлиулова, Шамшия Жампиисова, Жайнагуль Ажмадинова, Мирамкуль Айтуганова, Канаим Кирдасинова, Айман Султанова, Батшаи Абиева, Еркин и Сирик Сагиновы. Я получила огромное удовольствие, называя ваши имена. Каждый из вас – звезда. И я желаю вашему созвездию дарить свет любви, здоровья, удачи, долгие годы. Мы сейчас находимся в Иерусалиме. И я счастлива из этого древнего города, который является местом, святым местом для очень многих людей в мире. Это магическое место. Здесь – это город трех религий. Здесь вы видите золотой купол, рядом с которым священная мечеть Амара, храм гроба Господня и стена плача. Я хочу сделать вам такой символический и знаменательный подарок. Говорят, что люди приходят к стене плача со своими заветными мечтами и говорят, что эти мечты сбываются. Израильский художник Сергей Гуревич
сделал слепок со стены плача. «Я не забуду тебя, Иерусалим», написано здесь древними буквами. И я хочу подарить вам, вашей организации, этот слепок стены плача, чтобы все, кто придет к вам в офис и присоединится к вам, чтобы все их мечты сбылись. Со мной здесь мой сын Александр. Он завтра летит к вам. И я прошу его передать вам этот символ любви, доверия, уважения и восхищения вашей организации и как залог того, что все ваши мечты сбудутся. Всегда вместе. Мы ждем вас на конвенции в октябре этого года. Я понимаю всю ответственность поставленной мне задачи, и я довезу обязательно в целости и сохранности этот чудесный слепок для того, чтобы передать его вам. Ну что ж, до встречи на конвенции в Израиле в октябре месяце. Итоговая юбилейная конвенция 20 лет вместе. О, автобус с туристами приехал. Ой, они тоже хотят вас поздравить. Давайте, идите к нам. Вы видите, как много здесь людей. Чудесный город Иерусалим. Древнейшее место на земле. Магическое. Сюда приезжают люди со всего мира. Бразилия, Россия, Румыния, Израиль. Happy birthday!